Немного вам Парка Победы. Видите, как здесь прикольно. Тоже много достаточно людей. Утки-гуси. Черепашки здесь еще летом плавали, но куда-то они сейчас уплыли. Может, я не знаю, что они там зимуют как-то по-особенному. Но их не видно. Вот. Поностальгируйте, те, кто уехал. Такая вот красота. Ага, я вас опять обманул, посмотрите. Есть черепахи. Все в порядке. Просто даже сложно на самом деле. Вот такой вам чил одесский. Не все про войну и мины, да, и ПВО. Пока еще можем себе позволить так походить, поснимать. Тут так красиво, так много чая, кунточек. Кстати, давно здесь только не так много. И чаек сейчас много здесь. Прям очень много. Раньше здесь чаек, по-моему, вообще не было. Это Аркадия сегодня. Народ беспечный ходит вообще. Балдеет. Ну, в основном все закрыто. Но так, если не задумываться о том, что сейчас такая ситуация в стране, даже непонятно, что она и есть, в принципе. Ибица выглядит прям вот так вот сейчас. Запустений. Подснежники продают. Видите как? А вот пирс Ибица, и все равно готовят Ибицу к сезону, делают какие-то купола. Видите? Раньше здесь было, видите, что-то написано, но кто-то уже закрасил. Вот это бушующее море. Chase, told you how to run the race, every move was on the page, but I didn't like their way, had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way, caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily, it's how I pass time, no opinions safely, it's how I understand what I want in this place, cause everybody... Видите, мы еще пытаемся сегодня кормить котов, но очень такая странная история на трассе здоровья, что вроде людей стало меньше, но котов нужно вылавливать, открывать им рот и засовывать этот корм, потому что они все не голодные. Вот сейчас будете смотреть. Нет, не будете смотреть, там уже даже есть сухой корм. Видите, так даже многие люди не живут с таким видом, как эти коты. Коттедж. Этот самый прикольный тип. Интроверт, наверное, какой-то, да? Одесские коты, посмотрите, сухой будет он есть или нет? Кушает. Ест? Да. Нет. Он же возле коттеджа живет. А нет, кушает. Кушает. Почему бы нет? Все нормально. Могло быть и хуже. На самом деле он пригубил в итоге. Пригубил на губы кота. Взял корму. Так сказать, попробовал дегустатор, но нет. Нет, избалованы одесские коты. Видите, даже в военное время. А на самом деле тут сейчас народу заняться-то нечем, тем, кто остался. А, соответственно, многие занимаются благотворительностью, можно сказать, разной. Вот
старикам помогают, котам. Очень, кстати, ну, необычно и приятно за этим смотреть. Ну и, видите, коты более чем сыты на прессе здоровья. Санторини работает. Что-то здесь готовят. Все, знаете, хорошо в Одессе. Может, много не насыпать, потому что... Это наглый рыжий кот. Он точно есть не будет. Рыжие самые наглые. Посмотрите, он вообще не смотрит даже на такого. Но этот, знаете, это кот-монумент. Если вы не знаете такого кота, это на трассе здоровья вот здесь вот есть такие столбики, и на нем вот как раз этот, ну, на одном из этих столбов как раз сидит этот кот рыжий все время. Это прям достопримечательность Одессы. А вот эти столбики, ну, прям сейчас так дует таким ледяным ветром, что понятно, что рыжий кот взял и ушел туда, где теплее. Смотрите на этих жиробасин. Но они дерутся, это да. Кушают, несмотря ни на что.